бедные люди слишком бессильны и уязвимы. И нет желания подражать им, они так ранимы. Но народ, который относится с презрением к всякому благоразумию, поделюсь мнением. Своеобразная компенсация за тяготы, за свирепые эпидемии, жестокую болезнь и нищету. Все их беды, к глубокому сожалению, до опасений не защищены со стороны социальных учреждений. Можно представить, что народ совершенно иначе любит, рассуждает и работает, чем мы. Тем паче, что есть психология простого бедного человека, которая сильно отличается от нашей воли неба. У бедных гораздо больше естественных чувств, и только в них еще не погибла страсть и суть. Ее продолжают изменять бытие, жизнь и смерть, которая завершается жизнь. Да и как хотеть. Любимая, если эти разговоры тебе не нравятся, не сердись, твое влияние безгранично, надо справиться. Это зависит от наших переживаний, наших чувств. Я доволен, что нахожусь под опекой твоих уст. Моей любимой Мартхен, если бы мы не были так далеко, моя Мартхен. Да, бедная девушка, в судьбе которой я участвовал. Несколько дней меня не волнует, случай властвует. Было два осложнения, которые не имеют аналога совсем. Врач чувствует человеческую беду без проблем. Это чувство обостряется, если имеешь счастье и семью. У меня возникли деловые разногласия с фунгой на краю. Каждый свободный час я работаю, и началом я недоволен.
ты права. Я остро реагирую на успехи и неудачи. Как болен. Спокойной ночи, моя милая, любимая, моя дорогая принцесса. Твое письмо так необычайно меня окрылило. Остаюсь любящим тебя, твой Зигмунд.